Демонстрируем включение дымососа в сеть и конкретно сколько паскаль он выдает в результате работы. Собрали такую нехитрую модель его работы. То есть мы создали модель подключения дымососа ДПУ в систему дымохода. И сейчас мы продемонстрируем, какое разряжение он может создать на диаметре флянца 180 мм. Включаем. Замеряем разряжение. Показывает 40 паскаль, 42 паскаля. 40 это 60, это 80, это 50 паскалей. Показывает 50 паскалей. 50 паскалей. То есть более чем достаточно для работы любого пиротопного котла. Любой мощности. Любой мощности. Еще один важный момент, если можно. Хотел бы обратить внимание, съемные флянцы дают огромное преимущество по монтажу данного дымососа. Можно, питание можно выключить. В чем оно заключается? Не всегда получается у нас сдвинут уже смонтированный котел, вваренный в систему утепления, и смонтированный дымоход. Значит, флянцы дают возможность вырезать кусок трубы нужного размера, вставить, смонтировать непосредственно флянцы, посадить их на герметик, зафиксировать. После этого вдвинуть короб и зафиксировать это все болтами. Спасибо.